В мероприятии приняла участие первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева. В программу вечера были включены выступления деятелей искусств Азербайджана, Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узейра Гаджибекова, ансамбля старинных музыкальных инструментов «Эхо веков», созданного при Национальной консерватории, а также музыкантов, приглашенных из Турции, Ирана, Иордании и Марокко, джазового исполнителя из США, пианиста Дана Теффера, Хананде Эльсевера Мурадова. Прозвучали также произведения «Колыбельная для звезд» для симфонического оркестра композитора Рахили Гасановой и «Мозаика» Аяза Гамберли, написанная для фестиваля на семи. Галоспектакль в богатом художественном видеооформлении, воплотив встречу различных культур и времен, символично представил мир поэзии, искусства и духовности. Актеры воплотили образ великого поэта Насими в разном возрасте. Гала-представление продемонстрировало общечеловеческое значение поэтического мира Имадатина Насими, его дух, созвучный современностью. Второй фестиваль поэзии, искусства и нравственности Насими начался 28 сентября. Организованным фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры это мероприятие проводится с целью исследования и пропаганды творчества великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадатина Насими. В течение четырех дней были рассмотрены различные аспекты творчества Насими, философские взгляды великого поэта. Нынешний фестиваль также совпал с 65-летием юбилея поэта. На мероприятиях, проведенных в фестивальные дни в Баку и на родине поэта Шамахе, посредством различных жанров искусства и их гармонии воспевались поэзия Насими, философские идеи великого мыслителя. Как и в прошлом году, фестиваль прошел под лозунгом «Превосходя себя», отражающим философские взгляды поэта. «И я – крупица, я – светило, которое является строками произведения Насими».